Правило 72 часов. Как только вы наметили свою цель, что и как будете достигать, вы должны тотчас же приступить к ее исполнению. Вторым изъяном российского менталитета является то, что люди любят лишь мечтать о своей цели, но ничего не делать для ее достижения. Как часто можно увидеть великие вершины, которые строятся лишь в головах у людей. Поэтому, если вы в течение 72 часов не приступите к реализации только что намеченной цели, тогда вы можете смело ее отбрасывать в корзину для мусора. Почему? Да потому. Дело в том, что мозг человека так запрограммирован, что если некая идея не стала мотивом для действий его хозяина, тогда он понимает, ага, хозяин лишь видит какую-то картинку, но действие он не принимает, значит, она не имеет для него значения. Таким образом, человек начинает не верить в реализацию собственной цели. Поэтому, если вы хотите верить в реальность вашей мечты, тогда начните действовать в течение 72 часов. Это не значит, что вы должны реализовать ее в течение этого срока. Вам всего лишь нужно начать свои первые шаги на пути к цели в пределах отмеченного времени, иначе ваша мечта так и останется мечтой. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!